Вы знаете, самое интересное, что у меня же много подписчиков, сторонников Навального, которые объясняют другим моим подписчикам, украинцам, которых, конечно, большинство, что они должны сочувствовать и сопереживать. Рассказывают о том, как прекрасно работала команда Навального и какой они сильной были оппозицией. Я хочу вам высказать одну мысль, я надеюсь, вы ее поймете. Смотрите, для нас, для украинцев, как и для любого адекватного вообще человека, адекватно смотрящего на эту ситуацию, есть только одна серьезная российская оппозиция. Это люди, которые с оружием в руках сегодня воюют против фашистского, нацистского или расистского путинского режима. Или же, как минимум, помогают им финансово и всячески к этому призывают, что по-другому, кроме как оружием, этот режим победить невозможно. Вот это реальная оппозиция. Все остальные просто жуют сопли. И если они жуют сопли недостаточно усердно, то, скорее всего, их скоро устранят, так же, как и Навального. Все. Нойте молча.